Приветствую вас, дорогие мои друзья, вы на канале Валекса, и меня часто спрашивают, как сделать остуду, как разорвать отношения, связь с тем человеком, с которым уже вы расстались, которого вы потеряли, либо который от вас ушел. Постоянно руки чешутся, хочется написать смс, постоянно вы хватаете телефон и переживаете о том, не пропустили ли от него или от нее звонок или сообщение. Мониторите соцсети, ну, все такое прочее, что я вам объясняю, вы сами просто понимаете, о чем разговор. Существует много всевозможных и ритуалов, и практик для того, чтобы оборвать отношения. Также в рунической магии очень много есть, например, знаменитая печать Хир, которая навсегда разрывает связь между двумя людьми, без возврата. Но мы сейчас не об этом. Та практика, которую я хочу предложить вам сейчас, прекрасно подойдет для тех, кто имеет, и у кого хорошо развиты навыки визуализации. Что можно делать? Практиковать данный способ нужно каждый день в течение 21 дня. Почему 21 день, спросите вы? Я, наверное, как-нибудь объясню, это принцип нумерологии. В другой раз. Итак. Что нужно делать? Желательно делать эту практику утром и вечером. Стоите напротив окна. Неважно, на каком вы этаже проживаете. Представляете себе своего партнера, как он стоит напротив окна и смотрит на вас. И вы начинаете ему говорить. Я благодарна. Я благодарен тебе за то, что у нас было. Я любила или любил тебя, как могла. И я хочу пожелать тебе в твоей жизни без меня всего самого наилучшего. Прости меня, если я была или был где-то не права. Сказав вот эти вот слова и поблагодарив своего партнера, можно вслух, можно мысленно, вы представляете, как из вашего солнечного сплетения к его солнечному сплетению имеется жгут солнечного огненного цвета. Вы берете виртуальные ножницы, которые представляете себе, и где-то посередине обрезаете, перестригаете этот канат. Свою часть, оставшуюся этого каната, вы прикладываете рукой левой к себе, к своему солнечному сплетению. Его часть оставшегося каната, да, вы прикладываете правой рукой к его солнечному сплетению, чтобы его осталось с ним, а ваше было с вами. Затем ему говорите, а теперь уходи, ну ему или ей, а теперь уходи, прощай. И видите, как человек поворачивается к вам спиной и уходит, не оглядываясь. Вы делаете то же самое, точно так же отворачиваясь от окна и уходите по своим делам. Чем лучше вы сможете визуализировать партнера или партнершу и вот этот вот жгут, который вы передвигаете, чем чаще вы будете делать эту практику, тем быстрее вы поймаете себя на мысли, что вы меньше и меньше думаете об этом человеке, что вас меньше и меньше тянет проверить, как он там в соцсетях, что вам почти уже не хочется знать о том, как он к вам относится, и вам почти уже не важно, что происходит в его жизни без вас. Вы почувствуете свободу, и только после этого у вас начнется новая жизнь. Появится в вашей жизни, встретятся вам новые партнеры, новые эмоции, новые впечатления. Вы станете другим человеком. Всего вам доброго.